К проблеме микрорайона Кузнечики подключилась руководитель Госатомтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Она побывала в Подольском районе с рабочим визитом и пообщалась с местными жителями. Сегодня в Кузнечиках проживает около 50 тысяч человек. Люди рассказали, что микрорайон, по сути, бесхозный. Формальный владелец Минобороны никаких работ по обустройству не проводит. Городская администрация готова взять территорию на свой баланс. Но военное ведомство с передачей не спешит. Я думаю, что командой мы эту проблему начнем двигать с мертвой точки. Я в этом абсолютно уверена. Тем более сегодня, как уже двигать, да, и кого просить нам помочь, мы вместе с вами уже определили.